ну что? Пришли, вот, значит, как-то мы два кататься. Неудачника. Начнем с того, что мы, начиная с декабря месяца, наверное, да? Ну да. С декабря месяца мы хотели покататься на коньках. Шел декабрь, январь, и наступил уже конец февраля, и мы решили все-таки пойти и сходить на каток покататься. Взяли коньки с собой, клюшки, шайбу. Ну, как-то вот... Как-то, по-моему, не очень вообще. Какие? О! Короче, лоханулись конкретно. Какие от первого лица? Все, давай, я на воротах. Родные мои, давай. Продолжаем игру и пытаемся надрать ему зад. Тут очень важно быть внимательным. И защитить вовремя ворота. Ае! На 13 этаже. Где? Вот. Вот это? Да. Это ваш дом? Да. Ничего себе, у вас скоро будет квартира? Да. Пригласите меня? Нет. Да пошла. Че, это наш дом. Вот тут вот на 13 этаже строится наша квартира. Мы ждем ее уже с августа месяца. Ну, ребята все равно раньше срока строят, так что мы только терпим. Терпим и ждем. А сейчас отправляемся на горочку. Горку, на Инюшинскую гору. Ты готова покорить вершину? Конечно, готова. Ну что, мне страшно по Инюшке. Короче, сейчас пойдем по Инюшке. Надеемся, что она еще не растаяла. Там есть лед. Да тут тропинка натоптанная. Тропа на... О, тут даже костер на, вон, на воде, смотри. А, нет, это не костер, это лунку сделали. Это лужа. Сделали лунку в воде.
Блин, ну тут, конечно, красиво. Посмотрите, какой у нас будет вид. Вид из дома, только с 13 этажа. Блин, ну вот это вообще очково. Не, ну люди же ходят. В смысле ходили, сейчас даже ходят. Надо лечь и ползти. Что надо вот так вот лечь? Покажи, покажи. Ладно, пока Наташа ползет, я пойду пешочком потихоньку. У меня все равно есть две клюшки. То есть, короче, если я проваливаюсь, я на них облокачиваюсь, и все должно быть нормально. Короче, на весеннем самое кайфовое место. Во-первых, тут есть наш дом. Он вон там находится. Вот он. Вот, самый, да, красивый. Да, 14-этажный дом. Во-вторых, здесь есть горнолыжный спуск. Очень красивый, на солнечной стороне находится. И сейчас весенний период максимально круто. Светит солнышко. Минус, конечно, то, что недолго сейчас продержится, может, сейчас снег тает. И второй огромный плюс, здесь рядом есть река. Правда, называется она Иня, она не очень чистая. Но зимой здесь можно вот бегать на лыжиках. А как все знают, у нас лыжи — это наш любимый вид спорта. Да? Да. Любимый вид спорта? Да. Вот. А летом можно здесь кататься на лодках. Как-то так. Идем дальше. Знаешь, прикольно будет вниз спускаться, так. Здесь вот так кувырем. Ага. Башку свернем. Мы направляемся на Янюшинскую гору. Я как-нибудь хочу в нее забежать на лыжах беговых, проверить свои способности выносливые, силовые. Тебя видно? Как думаешь, тебя видно? А видно твое злое лицо? А? Видно твое злое лицо, как думаешь? Ну, мы почти на финиш. Расскажите о своих впечатлениях. Пойдем. Это вот конец горочки почти. Сюда вот начинают катиться лыжники и сноубордисты. Здесь вот есть небольшая горочка для плюшек. Юху! Мы почти поднялись. Дай 5. Вот. Ну что, экскурсию покажем. Смотровая площадка, а вот это наш дом. Здесь у нас есть, по-моему, 3 спуска. Первый — это самый левый, вон там, в той стороне, вон там. Самый левый — это учебная трасса. И далее у нас вот здесь уже идут такие трассы для любителей. Вот, для любителей. И, наверное, самая дальняя трасса. Там уже катаются такие более матерые ребята. Либо бесстрашные любители. Вот, как-то так. Завершающие слова нашего видоса. Записываем второй раз, потому что первый раз я не уверен, что мы записали. В общем, мы хотели сократить наш путь обратно и пройти где-нибудь, ну, наискосок. Вот здесь вот. Ну, что-то как-то мы думаем, что нам пока что это очко не по силам. Булки сжимаются. И поэтому мы сейчас пойдем там, туда, где поднимались, и сядем своим очком на спуск. Каким очком? Попочкой. Все, попочкой. Сядем попочками и поедем. И поедем. Да. Либо пешком. Ну, вот на этом наше путешествие завершается. Мы хотели покататься на коньках, но... Лоханулись, и да. В итоге мы поиграли в хоккей. Мы этого никогда не делали. Да, мы не играли никогда в хоккей, а тут поиграли. По какой-то причине мы решили взять клюшки. Видимо, чувствовали. Короче, все, путь наш завершается. Мы идем домой. Петюня! Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы пакли, горы пакли, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто